получаем его удовольствие, кроме кайфа. Тоже Капрановой кайфовать рано, ее наоборот снедают совсем другие эмоции. Но вот в том и мастерство спортсмена, спортсменки, чтобы с ним справляться. Или даже наоборот, заставлять работать на себя. Эти самые дополнительные эмоции, которые во время Олимпиады не просто подстегивают спортсменку, а взнуздывают, если угодно. У Оли Олимпиада началась уже 3 месяца назад, когда она боролась за попадение сюда. И вот она попала. Вчера она в квалификации была второй. Все шансы. Сама титулованная. Смогла ответить, да, Канаевой, выступив столь же безупречно. И, а еще говорят, что это бесконтактный вид спорта. Еще какой контактный? Я даже не имею в виду какое-то вот соперничество непосредственное между той или иной гимнасткой, а говорю о том, что, мне кажется, запас какого-то спокойствия, уверенности в себе. Вот он в этом зале один на всех. Кто его ухватит больше, тот и победит. Канаева выступила настолько мощно, если это слово, конечно, применимо к столь изящному созданию, что на Капранова уже этой мощи, по крайней мере, в первом раунде не хватило. Оля выступила очень хорошо. У нее безумно сложные упражнения. Видно по лицу Веры Николаевны Шаталиной, что довольно, нормально. Все впереди, как говорится, еще 3 вида. Еще сможет. А потом Оля, как говорится, все прекрасно сама понимает. Нет, ну зачем давать дополнительный повод?